Добрый день, вас приветствует компания Мир Мото 25, обзор мотоцикла Yamaha Fazer 1000. Начнем с переднего баллона. Резина здесь вообще как новый баллон, состояние процентов 80. Тормозной диск, выработка почти нулевая. Колодочки процентов 80. Вилочка, здесь все сухо, здесь тоже все сухо. Крыло целое, без царапин. Оптика у нас не запискоструйна, стоит уже тюнинговый свет у него, зеркала все родные, целые, поворотники живые, двигатель чистый, сухой, без каких-либо масляных потеков на двигатель, из нюансов вот здесь уже пошло потихоньку облупление краски, здесь двигатель вообще замечательно выглядит, радиатор, видно, что нигде не прикладывался, лапка тормоза, водителя, пассажира, все целенькое. Стоит у нас выхлоп Акроповик, сидушка не протертая, перфорированная, ручки пассажира, стоит держатель для телефона вот такой, руль тоже тюнинговый, высокий, и вольтметр с прикуривателем стоит, это у нас два USB, перепутал. Далее, задний баллон вообще в отличном состоянии, без выработки, тормозной диск, выработка небольшая имеется, на камере видно ее. Колодочки процентов 30-40. Стопарь, поворотники. Здесь у нас лапка пассажира, водителя, переключение передач. Цепь живая. Пила тоже живая, не слизанная. Состояние хорошее. С этой стороны двигатель в идеальном состоянии, нигде ничего не облезло. Будем заводить. Заводим. Подсос. Цикл работать хорошо, пока он греется, прогнется по электронике. Включаем аварийку. Поворотники у нас все работают. Вот такой вот у мотоцикла свет стоит. Ух ты. Прям красавец. Выглядит очень необычно. Поворотники рабочие. Сзади все, естественно, тоже работает. По пластику у мотоцикла нареканий нет, убрать вот эти пленки, это видимо подляжки второму пассажиру, чтобы не клоцал пластик, японец поставил пробега 52-25, пробег нормальный для этого мотоцикла, все равно литр, будет еще ходить и ходить, мотоциклы эти очень надежные, цвет ближний, дальний, все переключает, кнопка пас, моргать. Поворотники, естественно, так тоже работают все. Сигнал. Сигнал подтупливает. Надо, видимо, здесь просто пошевелить клеммы. Такое бывает, когда они стоят долго. Но мы разберемся в любом случае. Далее немного погазуем на мотоцикле. Все равно послушать выхлоп. Нареканий по мотору нет, по электронике нет, кстати, тюнинговые фары уже, не фары, лампы. Выглядит мотоцикл очень красиво. Вот такой вот он у нас.